Всем приветик. Вот готовлюсь к иммунологии. Хотела вам просто показать, что мне предстоит в ближайший экзамен. Вот это все мне надо знать наизусть, уметь нарисовать все-все вот эти таблицы и понимать, что каждое значение означает. Их три таких pathways, три способа, как иммунная система защищает нас, все вот эти таблицы, все вот это мне нужно будет знать. Я пока в шоке, сижу, учусь, но в принципе вы уже, наверное, поняли, что здесь вся учеба, медицина — это шок. Вот видите, это все мы на уроках рисовали. Все вот это надо будет знать и рисовать. Ну вот, все. Всем пока. Бай-бай.